Всем привет! Вы на канале Коллеги Мастера, и сегодня мы по-быстренькому посмотрим новые наборы по Гарри Поттеру, которые по предзаказу. По-быстренькому, потому что мне надо уже есть. Вот. Значит, первый набор это у нас Феникс. 3500 стоит. Мне понравился, вот. Неплохой. Смотрите, как вам. Нравится, не нравится. Вот. Вот эти детали. Кстати, это рога богов, по-моему, из Манкина. Тут есть у нас функция махает, короче, он крыльями. Вот. Разменчики. Класс набор. Брать не буду. Вот. Букля намного хуже, чем вот этот Феникс, я считаю. Феникс намного лучше. Он очень красивый. Прям куда-то на полочку поставить. Вот, ну хотя на полочку, все на полочку, вот. На полочку. Вот такой вот наборчик классный. Дальше у нас. Я офигел с этого набора, мне он понравился, но он странный немного. Я покупила, но цена 12 косарей, капец. Ну, возможно, куплю, если заработаю на ютубчике, да. Ну, 12 косарей хз. Поработаю я на ютубе. Ну, так, 12 косарей, 1673 детали, неплохо, 26 сантиметров в высоту, оу май гад, так высоко, да, 26.5 и 17,5 в ширину, блин, ну это капец, 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 световые мечи, да, ножки, блин, они тоже двигаются, капец, ну это вообще, блин. Не знаю, конечно, нафига они это выпустили. Но мне понравилось. Я бы купила ради прикола. Посмотрю обзорчики сначала. Блин, ну очень хочу это купить. Мне кажется, мало кто-то купит. Широ не купит. Вот. И Ваня Кубиков тоже не купит. На русском, мне кажется, мало обзоров на это будет. Ну, я, наверное, куплю, сниму, айпану. Наберу 1 миллиард подписчиков. И куплю себе звезды разрушитель. Вот. Ладно, короче, следующий набор у нас это шахматы. Мне он понравился. 6100 стоит 876 деталей. Шахматы вот такие вот. Я хз, конечно, можно ли в них будет играть. Вот даже ради интересного. Так, чекнем. Окей, это закроем пока. Шахматы. Я хочу посмотреть, сколько там должно быть поле, сколько вот этих делений. Ну, по-моему, на 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Угу. А, Б, С, Д, Е, В, Г. Тут ничего не помечено, в принципе, ну окей. Там, ну, понимаю, что будет профессионально говорить, типа, Е, 4, или как? Е, 4, да. Вот. Так. Раз, два. Так, сколько всего должно быть? Раз, два, три, четыре, пять. Так, окей, 16. Я не тупой, посчитал сразу. Так, тут у нас пешек 8. Остальных раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, реально шахматы настоящие? Я, наверное, возможно, куплю мой обзор. Поставлю себе куда-нибудь там, куда, не знаю. Вот, но мне, блин, понравились наборы. Да, вот этот слон. Так. Не понял сейчас. Это типа слон? Это типа хобот? Капец. Подождите, а почему? Слоны же в шахматах по-другому выглядят. Вот так вот. Или подождите. Конь, получается, вот этот всадник на коне. Либо, я не знаю, у них там какие-то особенные шахматы, по-моему, шахматы. Сейчас. Гарри Поттер. Ой, Мегатрон чуть не упал. Так, так, слон, подождите, а как выглядит у них слон? По идее, вот этот третий. Подожди, это слон? Чё? Это слон? Не понял. Типа... странно.
Ну, я не разбираюсь, типа, в Гарри Поттере. Пишите. Конь. Слон. Я уже забыл, как там по шахматам. Получается, это ферзь, это король. И наоборот. Блин, ну это слон. С такой фигней. Окей. Хотя не знаю, почему они так сделали. Есть нормальная деталь вот такая. Такой штучкой из ниндзяги. У меня даже самого есть. Ну ладно. Значит, следующий набор у нас это Хогвартс. Chamber of Secrets. Перевод к старым наборам. Как раз вот покажу вам. Эти статуи из ниндзяги. Том Риддл есть. Волан-де-Морт, то есть золотая фигурка Тома Риддла. Ну, точнее, Волан-де-Морт только в каждом наборе. Ну, почти в каждом. Фух, есть золотая фигурка. Василиск новый. Прекрасно, мне понравился, но туловище говно. Вот. Говнище. О, Волан-де-Морт. Окей, следующий набор у нас это Хогсмид. И Веника. Хани Дюкс. Блин, вот эти классные детали. Мне вот нравится. Это, вот это понятно, что не наклейки. Вот. Офигенный набор. Я бы его купил. На Новый год. Ну, хотя нет, на Новый год я такое покупать не буду. На Новый год я попрошу набор за 1 миллиард рублей. Какой-нибудь звездный разрушитель. Кстати, да, офигеть, на 6200 на разведывательный дроид, шляпе пехотинцы, 5000 и 7 косарей. На мой самый любимый набор из этой линейки. Да, 7 косарей. Ждите обзор на этот. Лес и Близ вы тоже ждите. Куплю когда-нибудь. Вот, ну, а Хогсмид классный. Мне понравился. Тайный набор Хогвартс Пушистая Встреча. Так называется. 76, 387, 3700 вроде. 3500. Ну, довольно дорого. Вот. Значит, что у нас тут? Золотая фигурка. Рэй. А, не Рэй, не Рэй. Короче, это Гермиона. Собака трехголовая. Этот Геркулес какой-то. Не знаю, короче. Я не разбираюсь в ГП. Так, кстати. Меня заинтересовала вот эта фишка. Потом кое-что расскажу. Вот. Так, что у нас тут еще? Какая-то фигня, которая поглощает Гарри Поттера. Внутри этой штуки что-то еще есть. Кстати, вот эти все части Хогвартса соединяются с основной частью вот с этим. То есть вот здесь есть крепление. Раз, два, три, четыре. Я так понял, что вот это верхняя часть, а это снизу под этим должно быть. И вот так все получается. Как вы видите, они разделяются, ну то есть они раздельно идут. Поэтому вот так вот. То есть, да, так. Фух. Следующий набор, последний. Вот я его точно куплю, вам обещаю. И сделаю на него обзор. Потому что он самый дешевый, 1700 рублей. Выйдет 1 июня. Как раз вот у меня 25, по-моему, июня будет. Ну там не именно 25, но где-то вот в конце июня, вот 20-е, там, не знаю, до конца июня будет экзамен. Ну, экзамен по немецкому, поэтому все, новые наборчики, скоро будут. Так, значит, мне набор понравился. Один из самых лучших, это у нас тубзик. Целая кабинка. Прям ты когда стоишь, у тебя там полбина от дверки. Ну, как все как в школе, в принципе. Значит, у нас тут есть раковины. Такая красивая фигня. Как от Гарри Поттера, в принципе, да. Это же набор по Гарри Поттеру. Вот, здесь есть кошечка вот такая. То есть Гермиона, она перевоплощается в кошечку. И вот эти чуваки, Гарри с Роном, могут перевоплощаться в Григори Гоула и Винсента Крабла. Вот, мне набор понравился, классно. И меня очень заинтересовало... О, кстати! Офигеть, тут открывается дыра в вот эту фигню. Помните, там они открыли раковину, там все провалились куда-то, ну, точнее, не куда-то, сейчас покажу. Так, они провалились в какую-то дыру
По-моему, с этим Василиском, хотя я не помню. А, нет, по-моему, сюда куда-то или пещеру. Блин, ну это интересно, интересно, интересно. Я могу вот сюда. Нет. Как? Блин, ну все хочется купить, конечно. Ну окей, куплю, наверное, вот этот набор точно. Что, шахматы, возможно. Я же шахматист, да. Так, визит в деревню Хогсмид. Ой, Мегатрон. Так, что еще? Так вот, я вот подумал, что реально коллектор был без карты, и тут написано два рандомных талика включаются. Ну, в комплекте, точнее. Два случайных, вот, рандомных талика. И я вот не знаю, это реально будут какие-то рандомные талики, вот здесь просто на картинках, типа, картинка реально, вот, типа, просто монтажник такой, что скрыто, и реально вам попадаются настоящие и рандомные ленты. Я поэтому куплю этот набор, чтобы это все протестить. И, конечно же, золотая фигурка. А я люблю золотые детальки всякие. Краники, классный туалет. Вот, то есть красивенький такой набор. Куда-нибудь поставлю рядом с чем, не знаю. Ну, вот классная вот кошечка мне понравилась. Прикольно, прикольно. Все, по Гарри Поттеру все сказал. Все круто. Мне, в принципе, все наборы понравились. И еще хочу сказать, недавно такая фигня произошла. То, короче, у меня один чувак украл 6 что-то видосов, по-моему. И, в общем, подал на меня бан. Ой, не бан, а жалобу какую-то. Мне их удалили. И удалили мой любимый ролик сравнения двух ATRT. Благо, я их... Ну, у меня они на компе остались, я их не удалил. Так, а где они? У меня они в папке где-то все. Вот, поэтому я их не удалил, и я их сейчас заново загружу. Я уже загрузил два ролика. Влог, получается, ой, вопрос-ответ. И мы дождались новинки, вот эти новые наборы. И, короче, тут по 4 просмотра. Так, тут пока один лайк, а здесь 3. Пожалуйста, посмотрите вот эти новые ролики, точнее, они старые, вот, просто на них не было этого колокольчика, я так понял, и поэтому вы их не увидели. Поэтому обязательно посмотрите, вот этот видос вам попался, ну, то есть не в рекомендации, а вот по колокольчику, вот вы сейчас переходите, точнее, досматривайте мой ролик, переходите, ну, на мой канал, смотрите вот эти два ролика, ставьте лайки. Пожалуйста, посмотрите как можно дольше, потому что мне побольше нужно удержание. Вот. Последний коммент вот, был час назад, но это не, типа не так много. И, кстати, вот, подписчиков 1575. Реально, посмотрите ролики, поддержите, пожалуйста. А то капец. У меня, видите, как просмотры упали из-за этого чувака? 6 просмотров за вчера. А позавчера 11, ну, 106, ну... Вот, типа, вот так. Это капец. Сейчас что-то 4 просмотра. Пожалуйста, посмотрите. Вот. Блин, ну, реально взяли, удалили мой лучший ролик. Ну, я не знаю, я считаю, что это реально лучший ролик. Он где-то здесь вышел. Сравнение двух наборов. 75-280 и 75... сейчас. 75-202, по-моему. А, 75002. Вот, блин, офигеть, удалили вот эти ролики. И сторонние сокол тысячелетия тоже удалили. Успешный ролик был. Ну хотя. Хотя. А, да, успешный. Почему не успешным-то? Там 160 просмотров. Блин. Я уже ждал, когда 200 просмотров наберется на том ролике с сравнением. Капец. Ну, пожалуйста, поддержите. Я сейчас эти ролики выложу прямо вот сейчас. Вот это вот. Новости выйдут, ну не новости, типа просмотр новых наборов. Вот. И вы обязательно чекните вот эти ролики. И, кстати, я хочу сказать вот всем чувакам, кому интересно, какие игры я играю, чтобы не было других вопросов. А, кстати, сливы по Гарику у нас. У меня они еще давно были, я их не выкладывала, думал, что забанят. Вот, но у меня они были. В группе ВКонтакте, вот они конфиденциальные фото, но
Я на YouTube не выкладывала, потому что забанили бы 100%. Вот, то есть у меня сливы есть вот эти все. Я давно об этих наборах знал. Не надо мне ничего писать, что я не знал. Значит, посмотрим мои игры, чтобы исключить вопросы. Следующий вопрос-ответ. Crossout, Fortnite, NextRP. Вот эти, по-моему, они удаленные. Ну, короче, LEGO Star Wars, Clone Wars, Lord of Rings, LEGO Need for Speed, Most Wanted. А, Need for Speed, в смысле, Most Wanted. Но я его удалил уже. Limited Edition, это FSK 2013 года, Most Wanted. Я удалил, там без сюжета было, вот. Need for Speed Payback до сих пор сейчас прохожу, вот. Payback, Next RP, Roblox, The Force Unleashed, Minecraft, War Thunder, World of Tanks и тачки, йоу. А, ну это еще не все, у меня есть NFS Carbon. Но я NFS Carbon пока не играю. Вот. Thunder. Так, это... Надеюсь, не забанят. А хотя, мне, подождите, почему? Почему забанят? По-моему, если посмотреть... Так, как это называется? Торрент? Нет. Торрент. Тут не эта программа, в принципе, ее не банят нигде. На Windows, Mac OS, Linux, написано на C++ и заключающий с небольшим размером. Окей. Need for Speed. Ой, какой Need for Speed? Торрент, торрент. Так. Палить оценки не будем. Хотя, еще их палить, у меня одни пятерки. 60 косарей. Брать, не брать. Ну окей, я не знаю. Этот набор я очень хочу. Это есть. После вот этого набора хочется вот этот набор. Но у меня, окей, уже есть самый крутой набор по ЗБшке. Но, блин. О, пацаны, прикиньте, щит. Исследователи космоса, поздравляем, вы нашли космическое оборудование. Я сейчас не понял, я подумал, это баг, я подумал, это какой-то баг. Но я сейчас уже, ну, сообразил, что это реально вот это. Я думаю, вы знаете, что Меркубик проводит конкурсы. И кто участвует в них? Я вот, видимо, этот пропустил конкурс, но я видел, что есть на День космонавтики. Он уже прошел, по-моему, но, видимо, они еще оставили вот это. Но был конкурс, на какой-то набор, видимо, да. И вот они прячут, спрятали всякие пасхалки. Вот, и я не знаю, что им надо было, но вот я участвовала в новогоднем конкурсе Мир Кубиков. Может, кто-нибудь меня видел в этом альбоме самоделок. Вот там, например, если посмотреть, ну, по-моему, уже нету, я проверял. Но вот первое я уже запомнил, первое самое... Снежинка, там были снежинки и кот снизу, да? И, то есть, самая первая снежинка, это был Колизей. И вот, то есть, вот где-то здесь, вот, среди этих картинок, была снежинка, и там был кот. И, то есть, нужно было из этих кодов составить ссылку. То есть, вот здесь, там какой-то HTTPS, слэш, и там какие-то буквы 1, 2, 3, 4, 5, 5. Вот, и... Вот так можно было составлять коды. Ой, не коды, а вот ссылки, да? И вот так проводился конкурс. Блин, капец. Ну, я сейчас, окей, чекну. Прям при вас. Я просто не умею вырезать ничего. Ну, в смысле, с этого прям сразу. Пойду одним дублем снимаю. Вот, как говорится, в жизни вторых дублей не бывает. Так. Ща. Блин, на каком у меня наборе? А, Star Wars. Ну, блин, очевидно, что на Star Wars было. Но, блин, с каждым набором, кстати, может, кто участвовал в конкурсе новогоднем. Блин, он офигенный был. Мне так нравились снежинки эти искать. Всегда их искал. Вот. Так. А. Окей. Сейчас. Заходим на... А, подождите, а почему я сейчас вот так делаю, если я могу в группу ВКонтакте с компа зайти? Окей. Пока.
Вступайте, кстати, в группу. Да, кстати, вступайте, в фильм не вступайте. Вот у меня группа есть. О, что? Я понял. Блин! Его удалили. Почему пользователям? Не я его удалил, мне его удалили. Шпит, капец. Да, кстати, вот у меня сливы здесь были все. Блин, ну жалко за эти видео, но я их выложу, вы посмотрите, пожалуйста. Вот видите, удалены они. Жалко. Окей, сообщество. Даже вообще уже снимать это... перестает нравиться, когда такое происходит. Так, конкурс я вижу до сих пор идет. Так, вот открываем новую планету. Угу. А какое число у нас? Подождите, вы заполнили? Да нет, по-моему, конкурс-то закончился уже. Закончился. Нет, подождите. Да, он должен был закончиться уже. По идее. 13 апреля. Цель космоса. Так. В честь 60-летия полета первого человека в космос, я так понимаю, Гагарина, мы объявляем о старте нового конкурса. Двигатели прогреты, космонавты готовы к личной старте. Вас ждет несколько испытаний на космические призы. Внимательно следите за выходом заданий на стене сообщества. Космическое послание 7 апреля в 12 МСК. Так, за выходом заданий на стене сообщества. Задание. Блин, ну я уже не найду, наверное, эти задания. Окей. Так, ага. После корабля 8 апреля. Стены для космоса. А, все, оно уже все выполнено, да. Видите, галочки стоят. За выполнение задания мы будем начислять вам космические баллы и фиксировать в специальной таблице ВК. Вот такой вот. По итогам испытаний перечислений, которые наберут больше всего баллов, получат призы. Так, так, ага. Окей. Смотрим, что за таблица. Видимо, пока еще идет. Суд. Понятно, кто у нас тут участвует. Супер Легомен. Окей, космическое приключение. На первом месте у нас... Подождите, а как? Открываем. Подождите. 13 апреля было. Я не понимаю, как это делать? Фантастика. Так, вчера. Исторический момент. 1981 год. Гамбия и Сенегал создают федеративное государство Сенегамбия. Так, Сан-Свич из Бигбена, не берешь, не получается уже 5 золотых звезд героя. Что это такое? Блин. Ну, интересно, интересно вот с этими конкурсами. Вообще, у меня кубиков самый лучший конкурс, я считаю. Всякие задания, самоделки. Я так старался, когда самоделку делал. Вот, обзавелся за копейку. Можно было бы пластилин. Фу, что за дебил пишет? Блин, кто пишет? Тимофей Ковалевский. А, да, блин, пластилином. Не, пластилином я не рискнул бы. Это по фигурке портить. Портить не хочу. Ну, видно, видно, пацан пишет. Так. Ну да, вообще. Быстрый дроидов без подставки. Это капец. Не, реально без поставки дроидов, если вот вы никогда их не расставляли. Я расставлял, у меня пластин нету просто. Ну, вот сейчас у меня есть там две пластинки небольшие. Но это капец. Ух, ух, окей. Группа ВК классная. Ну все, видосик затянулся чуть. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какой у вас самый любимый набор из новой линейки по Гарри Поттеру. Всем удачи, поддержите мои новые ролики, которые я загрузил. И всем пока!